18 августа впервые в Раменском районе проходил фестиваль казачьей культуры. На празднике побывало большое количество гостей. Мы немножко сами не ожидали, насколько это будет все грандиозно получится, сколько народу придет. По оценкам разное количество, от 15 до 20 тысяч, это если все, ну, миграция, скажем так, люди приходили, уходили. Поэтому я считаю, что все организаторы, особенно организаторы, те, кто занимался вот подготовкой, организации, привлечение туда людей, коллективов, сработали просто отлично. Вот говорю спасибо, потому что это настолько было, ну, непонятно нам изначально, как это все получится. Получилось, ну, первый блин не вышел в комнату. Это точно совершенно. Мало того, по оценке тех людей, которые были на других фестивалях, а их было 7 до нас, это самый организованный, самый масштабный и самый удачный, который прошел. Мало того, даже сравнение фестиваля, который проходит на Кубани, было сказано, что у нас лучше. В том плане, что у нас практически в городской черте очень много народа, опять же. То есть делать не внутренняя кухня какая-то получилась, а именно для всех. И было на что посмотреть, как говорится. Действительно было. Сотрудники предприятия «Раменской электросети» активно готовятся к предстоящему зимнему периоду, а на днях поучаствовали в областном туристическом слете. В районе участвовало 27 команд, в том числе Министерство энергетики, комитет по имуществу, это по имуществу и отношения, это и сам аппарат управления. 27 команд было там. Мы заняли второе место. Уступили самому аппарату. Где-то 15 видов было спорта, ночная футбол, волейбол, теннис, это дартс, там это чеканка, я уж не помню, там все совершенно. Приветствие, песня, трое суток мы там находились. Ну то есть уже будем считать, что заняли первые, аппарат мы не считаем. С большим достоинством в Раменском отмечается День российского флага. В этом году он начнется с пробега от Площади Победы, а вечером все жители приглашаются в городской парк. Торжественное мероприятие состоится в Раменском городском парке на нашей замечательной концертной площадке «Лира». Поэтому убедительная просьба, уважаемые руководители, прийти самим, пригласить сотрудников ваших коллективов, принять участие в этом мероприятии. Концертная программа у нас состоится с 17 до 19 часов. Я думаю, что это будет интересно и правильно отметить все вместе государственный праздник. По словам Сергея Новичкова, за неделю 260 жителей были привлечены к административной ответственности. В субботу в районе пройдут дни поселения, а в городе Раменское откроется памятник генералу Харазия. Андрей Пластунов, Ольга Скрябина и Антон Карташов для программы «Городские вести».